Привет, зритель! Во что сегодня верили предки? Ставим лайк и поехали! 16 ноября считается днем, посвященным памяти дочери князя Всеволода Ярославовича Анны, который был женат на греческой царевне. Анна Всеволодовна должна была стать женой византийского принца, но девушка решила, что свою жизнь хочет посвятить служению Богу. Отец Анны решил поддерживать свою дочь и построил для нее Андреевский монастырь, в котором Анна стала игуменьей. Согласно историческим данным, Анна сделала многое для того, чтобы благоустроить обитель. В частности, стараниями княжеской дочери была открыта первая в Европе школа по грамоте, пению и ремеслам, где могли учиться девочки. На Руси 16 ноября было принято заниматься рукоделием. Также в этот день было принято кушать замороженные ягоды и готовить из них различные пироги. Самым распространенным были блины, к которым подавали замороженное молоко – главное лакомство детей на Руси. Также наши предки верили, что именно в этот день, 16 ноября, на землю спускалась нечистая сила и начинала следить за жизнью людей. Поскольку причинить вреда человеку она не могла, то вела себя довольно тихо и только разведывала ситуацию. В этот день было принято не покидать свои дома без особой нужды, а также советовали избегать толп людей. Также наши предки всегда переносили дальнюю дорогу на другой день. Начинать длинный путь 16 ноября считалось плохим знаком. В этот день люди часто обращались к колдунам и знахарям для снятия с глаза и порчи. Другие приметы на 16 ноября. Если выпал снег на мерзлую землю, ждите большого урожая в следующем году. Если 16 ноября морозный день, в следующем году вас будут преследовать неудачи. Низко плывут облака, ждите в скором времени настоящую зиму. Лед встал на реке, можно надеяться на хороший урожай в следующем году. Вечером 16 ноября ударил мороз, зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур. Дым столбом идет, ждите холодов. Если необходимо уйти далеко из дома в этот день, нужно обязательно прочесть молитву. Для тех, кто родился 16 ноября, талисманом считается оникс. Также считалось, что рожденный в этот день будет мастером на все руки. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.